В республиканском сборном пункте города Канаша будет проведен капитальный ремонт. Это результат рабочих переговоров главы региона с министром обороны России. Мы должны выполнять государственное плановое задание по призывы наших призывников, осенний призыв. Это будет являться, потому что сдерживающим фактором. Понимание есть, вот это ключевая тема для нас. Недавно департаментом строительства военного ведомства были выявлены повреждения несущих конструкций здания и аварийное состояние кровли. Сборный пункт был возведен 47 лет назад. Капремонт здесь не проводили никогда. Сегодня я получил соответствующие вводные. Они дали соответствующие вводные своим исполнителям по тем обращениям, которые от Чувашской республики были. И перспектива у меня, уверенность появилась, что за счет инвестиций Министерства обороны Российской Федерации через управление капитального строительства здание призывного пункта будет отремонтировано. Капитальный ремонт сборного пункта включили в приоритетный план. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика.